Всем привет, с вами я, Ромс, с игрового уголка Ромса, или же КСБ Пузика. Сейчас будем играть в Супер Марио Брос Вондер вместе с жестким Тимофеем. Я выбираю Марио. А я выбираю Йоши. Ну и начинаем играть. И срёмся. И срёмся. Олды канала поймут. Ах, как ненавижу. Я пока что поставлю тогда на паузу. А, нет, мы что, сразу геймплей? Сейчас я управление себе поменяю. Поставь на паузу, а то управление мне неудобно. А пофиг тогда. Буду с неудобным управлением играть. Я хочу сожрать Луиджи. Он махает. Это кто такие? Люди. Это помплины их как-то зовут, я ведь уже вон кролик. Кролик. Чё? Там был кролик. Вон он торчит еще немножечко там. Так, ладно, я выключу привод, а то жестко он шумит. Расстрелил чукарика. Сухарика. Вот сейчас уже катсцена. X пропустить. Пропустили. А почему у нас сразу уже флаг сделанный? Небо понегрело. Короче, надо помочь. Нам напал Баузер. Мы грустим. Это был король Боузер, Броузер. Браузер. Интернет-эксплорер.com. Интернет-эксплорер. Кто пользуется виндой, поймет. Интернет-эксплорер это просто Баузер. А Баузер-младший это Microsoft Edge. А мы пешком идем, мы не едем. Кстати, вот очень нравится мне Вондер тем, что Nintendo даже озвучили его на русском. Серьезно? Типа они настолько заморочились. Nintendo, не баните за то, что мы играем на пиратских консолях. Просто ваши официальные игры стоят очень больших баблосиков. У меня есть официальный Nintendo Switch Lite, который не прошитый. Я пользуюсь только лицензионным контентом на нем. Согласись, Тимофей? Yes. Вот. Он у меня появился только вчера. Но все равно, сам факт, что у меня есть лицензионная консоль, это факт. Стой! У меня идея. Спустись. Стой на месте. У меня появилась одна идея, очень интересная. Такая. Стой на месте. Смерть! Йоши, это просто силач. О, смотри, у меня какой-то пердолет. Я тоже хочу пердолет. Полетели. Попердели. Говно. Да почему? И поехали, мы пехом идем. Мы пешочком. Пеходрином. Мы пешки. Мы пешки. А, почему я скатываться начал? Так, катсцена, ненавижу катсцены. О, это наркоманский цветок. Котики. Блин, а если нас YouTube за это знает? Да, слезь меня. Так, мне нужен тут полить цветочек. Он, получается, блюет этими синими сферами. Страшно. Конспирология про Марио. Конспирологические теории про Марио. Ты чё, и эти монеты большие можешь жрать? Да. Жёсткие. Да, я всегда жёсткий, по-твоему. Да, Тимофей во всём жёсткий. Стой! Уи! Да я хотел поесть. Это что за слонопотам? Я это должен заснять. Нем! Пока-пока! Давай, до связи. Ага, мои братки выйдут на тебя. Чудесно. Марио чудесно. Чудо семечко. Чудо шмечко. Кстати, у меня есть даже одна лицушная игра на картридже для свеча. Вот. И я этим картриджем трясу уже 2 года. Типа, вот, у меня есть лицуха.
Я не прокуренный пират. А я это зожный лисушник. Я коленый лисушник. Угу. Ты тогда уж укуренный лисушник. Потому что ты и пиратишь. Так что не верьте Тимофею, он пиратит. Я свой дядя. Много пиратит. Даже, не, ну я больше пиратишь. Нет, я меньше пирачу. А я могу. Ты каждую игру пиратишь, абсолютно. Не, я Гаррис Мод забрал по... Вау! Я Гаррис Мод по скидочке забрал. Одна лисушная игра, у меня весь Xbox. Две лисушные. Слушай, а я полностью на Xbox, у меня все на Xbox лисушное. Вывод, не покупайте консоли Nintendo. Потому что они не сосут с вас деньги. Или они просто одним словом сосут. Лучше покупайте консоль с народный Xbox. Лучше покупайте консоль. Это код был. Да. Лучше покупайте консоль с новых поколений. Да. Ну, у Свеча в следующем году тоже выйдет консоль с новых поколений. Мяу! Чего задолбался сидеть? Сейчас. Чего кот домой хочет? Он бежит просто на спидах. Соник. Это Соник новых. Это Соник новых пока. Бабси. Слушай. Что? Он что, в трубу залез? Да. Бле, Валентин. Я слово не начугался, я сказал. Бле, Валентин. Блевонтус. Блевантус. Вантус. Вауи, тауи! О, на... Укольчики. Ага. Тут уж скорее что-то потяжелее. Чистый леденец. Тяжелое. Их убивать нельзя. Они пешенки. Тяжелая артиллерия. Артиллерия. Угу. Ля-ля. Тяжелые кристаллы. Не, ну крутая песня, да ведь? На эту игру ушло проработки больше, чем на Mario Odyssey и 3D World вместе взятые, да ведь? Да ведь? Да, сейчас знаю. Она выглядит очень жестко. Ай. Рэп. Йоу, рэп, жесткий. Военный марш пиранек. О! Поехали! Зачем тебе огненные цветочки, если я могу быть твоим огненным цветочком? Я нюхаю. Нюхательный динозавр. Нюхательный. Как хорошо нюхать. А мы Арсения учили. Шучу. Яйцо. Чудо семя. А! Песни, пляски. Ты так станцевал. Вот бы у нас еще вебки были. Моя есть вебка. Было бы зашкварно. На ноутбуке. На ноутбуке почти у всех есть вебка. У меня у папы, кстати, на ноутбуке вебку так нажимаешь, она вылетает. Прикольно. И она вылетает. Вот я не понимаю, что он говорит. Вот. Стоять! Ты куда побежишь? Эти бобры. Это, кстати, вообще кто? Бобрики. Или суслики. Добрики. Сусел. Больше на сусло похоже. Суслик. Ням! О, ты их жестко контрить можешь. Блин, я со своим Фортнайтом. Честно. Я ты сама... куда? Стоять! А вот на моем геймпаде, кстати... Ням! На моем геймпаде, кстати, эта вибрация не передает звуки. Потому что тут не HD румбли. А у тебя HD румбли. Че, бобер, хана тебе. Я тебя законтрю. Ты чё? Вау, Иза!
О! Догадался. У него звук как будто, когда он стреляет, слушай. Звук как будто он... Зажимаем. Домашнее насилие. Осуждаем. Пропаганда домашнего насилия. А, не надо уже мне этих слонов в ваших санах. Так, стоп, надо, надо. Говняр. А, ладно. Слоник в помощь. Чё? Тихо. Ну, слон говорит, когда я подбираю этого. Ху-ху, самый. Ты чё? Огонь по своим запрещает. Ты в бобра врезался и... О, надо собирать эти яйца. Friendly fire. Пи-пи-пися, 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 пи-пи-пися. Friendly fire. Ой, минус я. Да, семечко. Семена побрали. Дай бабки на семечки. Бобра. Тихо, надо этот цветок полить. Иди назад, иди назад, иди назад, иди назад, иди назад. Иди. Ячи. Так, стой, надо цветочек полить. Он просто блеванул. Это скриншот заслужил. А я... СМР. Самый лучший момент, когда я вот такой... Как хорошо тюленем быть. Не надо срать ходить. Автовыкл. Че? Ваню. Ненавижу диалоги! Я сюда за геймплеем пришел, а не за диалогами. Это вам не какая-нибудь новелла. Это знаешь что? Это чужой в тебя залез. Почему чужой? Я никогда не ненавидел диалоги в играх. Я в игры за геймплеем хожу, а не за диалогами. Не, реально он такой. Не, он такой прыгнул в тебя. Кто? Червяк. А, гусеница. Червяк, блин. Это червяк, гусеница. Блин. Это вообще принц Флориан. Мой папа что-то там сделал. Microsoft Cash. Мой папа что-то там сделал. Надо срочно пойти гулять. Microsoft Cash. Microsoft Cash. Microsoft Cash. Сейчас, сейчас. Сейчас тебя мой Xbox услышит. Он в тебя так полетит. Куда? Обратно. Ой, не могу, закашливаю. Доказательство, что у меня лицушная и консоли. Консоль с новых поколений. Вот, лицуха. 100% лицуха. Только вчера новую привезли, 100% лицуха. Начать этот уровень? Here we go. Хер мы пойдем. Здесь все в порядке. Я вот такой лужечка, что еще не завял. Но мне удалось спаститься за значок. А, да. Для чего нужны разные значки? Действуют по-разному. Они очень нравятся тем, кто путешествует по обоссанному царству. Принц Лориан. Могу ли я такой человек? Ой, я не человек, я... Поплин. Я яйца. Я надеяться. Чтобы примерить... Примете. Примерите. Примете. Примерите. Насрать. Я не сомневаюсь, что такой величественный особи значки... Могут превратиться. Пригодится. Ты вообще, у тебя два по-русскому, наверное. А по-татарскому пять. Чунь-чунь-мунь-чунь. Да, считай, как полный дебил. Спасибо. Мне всегда хотелось нацепить какой-нибудь значок. И теперь я всем могу помочь.
Тупо посмотри на гусеницу. Это танец вупсеня. О, вупсень, Лунтик и Кузя. Это пчеленок открылся. Вскрылся! Пчеленок вскрылся! Он вскрыл. Он вскрыл сейф. Тренировка завтра. А Ира шляпу. Типа мы вот так вот нажимаем в полете на R. А мне не надо. В прыжке R зажимаем в полете. Попробуй. В прыжке R. Откуда у тебя шляпа? А ты видел, а ты видел, что там у Тодда? Сейчас тебе покажу. У тебя под психическая травма на всю жизнь. Oh, yeah! Ну давай уже выбирай своего Яшидзе. Oh, yeah! Не, у меня первый раз получил. Тупо посмотри на этого слона. Жесткие. Не смотрите наши видосы за едой. Сказал ты только под середину ролика. Два мира там мы точно успеем пройти, да? Свинозавр. Спринтозавр, а не свинозавр. Свинозавр. Сейчас Тимофей получит психическую травму. Нет, это не то. Стой, сейчас я получу урон. Вот. Нет, у него просто до обновления, у него не это было. У него было далеко не это. Возьми консоль с новых поколений. Ты бы видел, что было до обновы. Ты бы психическую травму получил. У него, короче, эта штука надавалась. Вроде бы, если я ошибаюсь. То ли это только в анимации Лас Ван де Пол, или как у него. Кас Ван де Пол. Ну, пол. Как его там звали-то, который еще сделал этого динозавра танцующего? Без зубика танцующего, помню. Ты видел мем 100%? Да. Под эту музычку смешную. Какой он забивной. Забивная 2-2. А мне пофигу, я бронированный. Ты так всегда говоришь, а потом подыхаешь. Да не, я не подохну. Так, стоп, у меня есть идея. Куда? Домой. А меня? Нафиг ты сдался? Шучу. Обидно. Тимофей очень нужен для нашей команды. Комбо, супер комбо, бомба. Ням. Гей! Он сказал, гей! Да! О, еще говно. Больше говна. Говноцвет. Что это за звук ты издаешь? Поздно ночью меня. Да? Вот эта песня тут очень подойдет. Да, вот это звук. Стоп! Вот, сейчас к нам идут грибы. Давай я на тебя запрыгну. Давай я на тебя запрыгну. Стоп. У меня идейка. Да насать на это. Нам все равно сейчас динозавр поможет. Да, я думаю, немножко нам нужно... Динозавр поможет. Нафиг нам эти коты. Котики. О-о-о. Вот, полетели! Говноедики. Я говностранский, мухостранский. Я собака. Что случилось, что произошло? Куда пропал эффект от тяжелого говна? Да. Для назад нам нужно... Нам нужно было назад. На помощь! Ты думай... Знаешь, что глоб-глоб-глаб-глаб? Знаешь? Я веселый говноед, и не надо мне конфет. Шоколад не нужен мне. Влад мечтает о говне. Влад мечтает о говне. Ночью, когда Владик спит, и седьмой ест наглядит, я ныря, он ныря...
Ты чучундра, волосатый, блин. Продолжай. Ой, забыл. Пом-пом, гиппопом. Пошли на пом-пом, гиппопом. Так мы тут уже были. Нет. А. Мы были вперед, спринтозавр. Гиппопотам. У нас других значков нет. Гиппопотам. Гиппопом. Гиппопотам. Бери. Я знаю. Гумбака. Гумбака не сдержалась. Ты слышал, что я сказал? Сам такой. Как я такой звук взял? Так, стоп. Тихо. Не то. Нет. Тихо, Тимофей. Тихо. Да. Охренел. Даниил! Даниил, чё? Вот. Да, но... Короче, он один раз сказал, где не хочет палиться. Жирный. Жирдяй. Мы ни в коем случае не ущемляем толстовесов. Это просто гиппопотамы, и их можно ущемлять. Все так, как-никак мы в игре 0+. Давайте сохраним гиппопотамов. Семя гиппопотамов. Давайте сохраним семя гиппопотамов. Давайте сохраним семя гиппопотама. Стоп, стой, а что будет, если ты вниз прыгнешь, мне интересно. Ой! О, а нет, там не секретка. Я думал, там секретка будет. А ты такой, а-а-а-а, что ж тут? Не ори, парить бы. Стой, стой, стой. Мечта Быкова, слушай. Сейчас будет написано мечта Быкова. Парить быстрее. Ой, парить. Учительница пришла. Ой, мама пришла. А! А помнишь? Ой, мама пришла, мем. Легенда. Про дом в Майнкрафте. Не помню. Чё? Помню, помню. Да это все помню. Погоди. Да я проверял. Стоп, а что будет, если я на тебя гипоп... Выглядит, как будто я панцирь черепахи. Ой. Нинтендо, у вас тут баги. Гениально. Гениально. Не, правда, у Нинтендо тут баг. Просчеты. Да я уже походкой ходил. Да мне пофигу. Так, нужно три раза пробить. Парить. Так, за что такое? Блин, я говнарь. Судись. Да судись ты. Блёнул. Стоп, а что будет, если ты сделаешь, попаришь, когда я лечу? А, так, так тоже можно. Прыгни. А, ущемление гиппопотама. А я слон. Ущемление слонов. Так, стоп, тут нужно купу-пупу. Ты еще и купу-пупу ущемил, да? Угу. Парить. Мечта Быкова, парить. Парилка. А, тихо-тихо-тихо, жаба. Жаба-жаба. Назад. Жабу напополам. Помнишь жабу напополам? Держи жабу. Когда мы с Денисом жабу словили, мы ее хотели разрезать напополам. Держи жабу. Мы ущемляем жаб. Бедную жабу. Не говорите, что мы живодеры, мы просто любим жаб. Делить. Напополам. Так, у меня еще одна идейка. Нам показано ущемление гиппопотама, ущемление личности гиппопотама.
Говноеды! Да сожри ты тут. О! Укольчики! Таймер! Надо большого гипопотама словить. Он больше, чем... чем Владик. Я думал, ни одного существа больше Владика не существует. Больше Сани. Да! Сейчас он сдуется. А он просто пропал. Как-то скучно. Я думал, он сдуется и улетит. Блин, Кев, все-таки они красивые. Скажи, красиво нарисованы. Нет. Я пошутил. Ты уже второй раз так. Ты никогда до финиша почему-то не доходишь. Что ты хотел вот этим показать? Смотри. В позе это. В позе это. Я надеюсь, мы второй мир успеем его снять. Да, у нас еще полчасика где-то есть. Так, следующий левел. Левел. Ля-ля. Сюда упал валун. 100% ему бабло нужно, да? Да! Он с нас деньги хочет высосать. Да. На тебе бабла. И все, и у меня теперь есть силы занести его. Живот. Видишь, его только за деньги. Гопник. Руслан. Гопник Руслан. Гопник Владик. Не в обиду всем Русланам. Да погоди ты, я хочу. Купы-трупы на роликах. Я взял купу за лупу. Но они не сдержались. И-хи-хи. Блин, а вот купы, скажи, тоже круто прорисованы. Стоять! И у них еще и свои эти копашки. Стой, стой, я там кое-что видел. Он опять сказал гей. Гей, гоу. Слушай, слушай. Сейчас он опять не захочет палиться, да? Во! Ты слышал? Да, ведь? Да. Сейчас он уже напрямую говорит, кто он. Тот ты. Нет, тот ты. Тот ты. Тот сознался во всех своих греках. Греки по истории. А вот как назвать девушку из Греции? Гречка? Чистая. Грекиха. Еще 4. Нужно все панцири у куб снести. Нет, нужно всех куб снести. Как сложно, боже. Хардкор. О, я птичка. Полетели. Ох! Тянуть надо. Тянучка. Ой. О, что-то... А! Я обосрался. Ох! Так, стоп, у меня идея. Запрыгивай. А-а-а, тут и без тебя можно обойтись. А? Кто здесь? О, опять эти тянучки. Давай ты левую тянешь, я правую. Тяни! Не тянется. Ничего, я на X нажимаю. Ущемление черепах. Ущемление тянучек. О, куба-пупа нужна. Куба-пупа, стой. Ущемление. Жопа! Ущемление куба-пуп. Брание куб за луп. Нет, не, я не мотивирую сейчас. Я сказал, что я взял купу за... У купы была лупа. У купы была лупа, у лупы была купа. И я взял купу за ее лупу. О! Укольчики. Котики. Чего? Ого!
А помнишь это? В НСМБ был уровень, где темно было и нужно было это искать. По воздуху ходишь! Он что-то потяжелее нас понимал. Влево! О! Блин, тут так смешно Ёша выглядит, когда у него что-то во рту есть. Китайцы. Так, мы второе потеряли. День. Где второе? Чё он там говорит? Ух, как много. Бери. Да! Гуга-гага, гуга-гага. Я. Чё ты несёшь? Ты втираешь мне какую-то дичь. Говно дали. О, говноедики. Говноеды. Так, я тут вижу кусочек один. Это кусочек номер 5. А где кусочек номер 2? Я задаюсь вопросом. Там, наверное. Окей, пошли туда. О! Говорилось? Умный. О! И теперь нам еще до сюда нужно каким-то чудесным образом добраться. Блин. Не, так-то интересно придумали. Он под тем, что потяжелее у нас. Рейтрейсинг. Трассировка лучей. Он походу, цветочек под тем... Под собой. Потяжелее. Он, походу, 2 цветка употреблил. Так что, нет, он употребил то же, что и мы. Но мы-то просто больше для него доза. Наша доза, это в 3 раза больше. Мы ничего не употребляем. Ура, это финиш. Мы ничего не употребляем. Мы употребляем только газировку. Употреблять внутрь. Не через задний проход. Нельзя, я сказал. У меня еще сок есть. Няма. У меня еще сок есть. Пустой. Нет. На пару глоточков там хватит. Пару глоточков. Гипопом на взлет. Передышка. Ну вот давай. Передышка. Передышку устроим. Передышку. Да, 17:10. Мы, наверное, второй мир успеем. Передышка. Так, нужно этого говнаря словить. Так, стой, давай ты на левой стоишь, я на правой. Да, проще уж по одному. О, спасай, боги, попом. Я хочу забрать. Моё! А помнишь, мы в Одиссе вдвоем проходили? Да. Ты за шляпу был, за кеппи. И ты еще мог крутить эти луны. Ты мог крутить луны, а подбирать их не мог. Аэрошляпа. Аэроплан. Испытание значка. Почему ты красный? А! Он там настроен. Он говорит, давай. А, я не могу прыгать, я не умею прыгать. Яси! Китаец. Чинчу, нюхальмун. Так держать. Вот ну посмотри, какая у меня должна быть хватка, чтобы играть. Где держать? О, говно мохнатое. Я-я-я, ты слышал, он сказал, я-я-я, ты чё, куда? Спидрал. А чё эти заводы? Ну ладно, я тогда буду дальше спидралить. Ба-ба-ба. 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 Чё за спидранил? А помнишь, как мы с Саней спидранили? На самбовине, на ви! Вот тебе и испытание значка. Сюда! Нет, не сюда. Туда его. А я сейчас об тебя сам ударюсь. Да куда ты пошел, блин? Лечу. Лечу. Да стой ты. Да нет, проклятый. Проклятый Евдогод. Жестко, Боба. Нет! Класс. Где? Класс математики. Стой.
Every day I'm shuffling. Вау, гей, он сказал. Ну тут мы уже эту часть прошли. Я хочу туда. На всех парах. На всех парах я прогуливал. Хотя я еще слишком мал, чтобы быть на парах. Держите Y в движении. У тебя нету Y. А что у меня под пальцем? Под пальцем у тебя Y. Ну, под пальцем у тебя геймпад. Под сальцем. Стоит довольная. Ой, музыка с чудо-фишками. Я ненавижу вот играть. Фишки тоже собирать. Ай. Вот почему-то я кашлянул, и мне в пичку отдало. Извините за подробности. Я говорил, за нашими видосами есть не надо. Кто уже проблевался 5 раз, извините. А почему вообще музыка из этого заиграла? Из World. И почему-то музыка была именно с Йоши. А, потому что я играю вместо с Йоши. С Йошкой. А! О, еще левел. Кто ты? Меня зовут Сети Антеныч. Нельзя с ним общаться, а то баня. Да нассать на него. Да, вау, там... Закрыть нельзя. Вот-вот, новый левел. За 10 блинов открыл. 10 блинов. Да чё, мне кружиться уже нельзя в собственном доме. По горам, по долам. Против ягозы. Ягоза. Гонка с ягозой. Гонка с стегозой. Стегоза. Да тебе-то зачем? Она на роликах, а мы нет, нечестно. А мы зато спидранеры жесткие. Ох, жесткий. Ай, я бегу наравне со стегозой. Ой, ягозой, зой. Яга злая. Егор злой. Я бегу наравне с Егор злой. Блин, наравне с Егором злым. Она развернулась, халкушка. А мне нужно паразиту надуться. Я! На помощь! На ходу подхватываем друг друга. Башкой зацепляемся. Цепляемся жопой. Нюхаем жопу. Друг другу. Нюхай бебру. Друг другу. Нюхай бебру друг другу. Бебра нюхает друг друга. А ты проиграл ей. Ягоза. О! Не, а почему не вот в уровнях ягоза злая, а в гонке твоё, она добрая? Это не твоё, Семечка, это наша. Слушай, у меня вопрос. Почему в гонке ягоза добрая, а в, на уровнях она злая? Я не могу видеть ягозу. Она такая обоссанная. О, нацепить, конечно. Теперь нам каждый уровень будет даваться грибок, но для тебя это бесполезно. Че, сразу на замок или еще дополнительные левелы пройдем? Да, сразу на замок пройдем быстрее. Потом все равно нам придется сюда возвращаться. За легкими семками. Украсть семечки из магазина. Из Пятерочки. Я, кстати, за всю жизнь ни разу не воровал, а ты? У меня нет. У меня нет. Чего у тебя нет? Опыта в воровстве? Родители или чего? Нет, я нет, сказал. А, не слышите, у меня нет. Это что за супергумбы? А. Да зачем нам эти саные слоны? Они этих слонов каждый. Я могу косточками пуляться. Они этих слонов вообще везде суют.
Ненавижу слонов теперь. В Марио Лондоне. А интересно, а костюм... Я могу кошечками кидаться. Фу. Блин, это жестко. Это дробовик. Чего ты в Брувель перестал играть, кстати? Кого? В Брувель. Можешь тебе скачать? Я тебе его настрою. Бравл Старс. Я тебе его настрою, аккаунт дам какой-нибудь. Ну ладно. Умоляю. Спили меня болгаркой. Нет, поиграй со мной в Бравл. Ну поиграй. Ох, коты. Котики. Да! Да. Блямба. Я! Слышь, какая музыка? Ням. Ангельский пирог. Ту-ту-ту. Ангельский пирог. Как меня бесит этот цирковой цифр. Шифр. Вот мне приходится вот так играть. И из-за неудобного управления в вандере. Дробовик. Дробовик Шелли. Ты видел, как ты? Свою лупу достал. Котики. Колючие. Ах ты когда? Колю чотики. Че, у тебя живот урчит? Да. Я не ждал. Ням-ням-ням. У меня обеда не было. Сразу ко мне пошел, да? Да. Не, ну. А, саундтрек жесткий. На помощь! Ты куда бежишь? Ну, зато ты жив остался. Семка. Семечки из магазина. Такс. Сейчас будем драться с Майкерсом Теджем. А я бессмертный. Мне пофигу, я бронированный. У нас вышел видос на 40 минут. Блин, почему Вондер такой короткий? Почему NSMB-V? Один мир мы проходили. Слушай. Почему мы в NSMB-V проходили один мир 1.5 часа? А тут мы 40 минут 2 мира проходим. Чё ты жопой своей трясёшь? Говножуй. Жёсткое его, конечно. Ущемление динозавров. Ущемление драконов. Дракона-черепах. Давай, пердёшь. Дополни меня силой. Меня разрывают газы. Зачем он сделал себе хуже? Мы его можем подкидывать. Подкидыш. Окей. Жесткий. Яйца. Он размером как 3 нас. Мне пофигу, я бронированный. Сейчас он еще и рыгнет, наверное. Нет, я не про тебя ведь. Говножуй! В итоге я его победил. И пердёж из него вышел. Чё? Я ливаю. Тима Раков я ливаю. Он один. Его Тима это только собственный пердёж. Великое семечко! Охренеть! Вообще лучший момент. Зачем я это сфоткал? Сейчас будет миллиард диалогов, да? Замок исчез. Ты так руками махал? Спасибо, помогите. А, в меня чужой залез. Гусеница. Пока, чуваки, всего... хорошего. Всего плохого. Марио Вондер глазами социофоба. Привет! Привет! Все. Все, мы прошли два мира. Всем пока. С вами был я. Просто Ром Свежепузика 2202.
КСБ Пузика, Рома Пузика, называйте как хотите, в комментариях что хотите, пишите. Вы были на канале Игровой уголок Ромса. Давайте счастья, успехов, радостей. Потому что следующий видос будет через 10 лет. Круто! А, стоп, мы только первый мир прошли. Ну ладно, ждите завтра новый видос.